Всем доброго дня. Вот такой у нас объект. Дом в два этажа. 11 на 11,5. Вот какая наша задача. Нужно его разобрать полностью. Пронумеровать. Загрузить на машины. И получается с Серпухова перевести в Солнечногорский район. И там все заново собрать. Второй этаж, стены. Дальше там на первом этаже еще больше стен. Крыша только почти 200 квадратов получается. Все, дом разобрали. Половину вывезли. Осталось еще половина. Сегодня вывозим ее. Все. Будем собирать его на другом объекте. Собирать и часть бревен перерубать. 20% бревен гнилые. Нужно будет сразу же собирать и перерубать.